Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы научить вас делать один из самых простых трюков в вейпинге. Этот трюк называется торнадо. Сложностей в исполнении практически нет, но выглядит все очень эффектно. Для данного трюка нам потребуется ровная поверхность, в нашем случае это будет обычный стол, и вейп, способный создать довольно большое количество пара. Для начала прислоните ладонь к носу, потом наклонитесь так, чтобы она была параллельна столу. Начните постепенно и равномерно выпускать пар. Он начнет распространяться по всей поверхности стола ровным слоем. Медленно поднимитесь, чтобы не создавать лишних воздушных потоков. Далее вам необходимо поставить руку так, как будто вы хотите переломать стол на две части. После всех приготовлений останется сделать в меру резкое движение рукой вперед и вверх и слегка повернуть мизинец. Получится так, как будто бы вы мизинцем тянете за собой пар. И вуаля, у вас прекрасная торнадо. Мы надеемся, что наш туториал вам помог. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.